Всем привет-привет! Спасибо большое, что зашли на мой канал AliExpress Live. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка посылочек заказа на китайском сайте AliExpress. Так, сейчас мы с вами будем все распаковывать по одной. Итак, я уже отрезала за кадром и начнем. Первая посылочка. Это мне пришел набор бульонок. Заказывала себе серебро и золото. Ссылочки на все товары я вам, как всегда, оставлю под видео. Очень радует наполняемость баночки. Как видите, полная. Это идет металлические бульоночки. Такой размер у них небольшой. Как раз как у меня на ноготках. У меня уже есть, но только серебро. Когда я заказывала продавца, другого продавца, мне пришло половину этих бульоночек. А тут все полное. Ссылочки я вам оставлю на эти бульоночки. Радует очень наполняемость баночки, так как полные. Так. Следующая посылочка. Это мне пришел набор наклеечек. Наклеек никогда не бывает много. Можно применять к разным дизайнам. Это мне пришли цветочки. Набором идут. Сейчас давайте мы с вами их посмотрим. Какие красивые цветочки. Красота просто. Эти очень красивые. Еще можно что-то сверху прорисовать. Вообще будет суперский дизайн. Эти такие красивые, нежные. На любой вкус, как говорится. Вот такие красивые венделечки. Эти бабочки. Очень люблю бабочки. Вот видите, тут получается отошла пленочка. На всех наклеечках идет сверху вот такая пленка. Клеить их легко. Вот такая красота. На любой вкус. Еще хочу показать бульоночки. Видите, как мало мне прислал другой продавец. Если сравнить эти две, полная-полная. Немножко мало. Ну, я немного использовала бульоночек, но все-таки тут даже не было полбаночки. А тут, как видите, полная. Так. Для сравнения хотела вам показать. Вот такие красивые наклеечки. Следующая у нас посылочка. Так. Это пришли вот такие блесточки. Сейчас мы с вами их протестируем, нанесем. Так, давайте открою. Красивые такие. Если нанести на черный цвет, вообще будет суперски. Ну, сейчас мы с вами поэкспериментируем. Давайте остальные откроем посылочки. Да. Сделаем вот такие блесточки на типсу. Приготовлю типсу. Итак, следующая посылка. Это я заказала новинку. Каучуковая топи-база от ABC Sandy. Отзывы на них отличные, хорошие. Решила их попробовать. Это идет каучуковая топи-база. Емкость идет 14 мл и 30. Я заказала себе по 14 мл. Тут написано, что это все для профессионального использования. Люблю каучуковые базы. Очень мне нравится каучуковая база от Михей. Ну, еще такую попробуем, поэкспериментируем вместе с вами. Итак, давайте откроем.
Вот так все идет запечатано. Давайте посмотрим, какая тут идет консистенция. Я сейчас открою и посмотрим. Итак, я уже открыла. Возьму кисточку двоечку из набора. Сейчас вам покажу. Баночка полная. Отличная консистенция. Действительно каучуковая. Посмотрите, как тянется. Вообще красота. Напоминает мне чем-то Коди. Так, это база. Давайте еще посмотрим на топ. Ссылочки я вам оставлю, как всегда, на все. Топ. По запаху они обычные, ничего особенного в запахе, как все. Ну, такие они полные получаются. Топ также густой, каучуковый. Как видите, все отлично тянется. Люблю такую консистенцию. Еще раз. Может, надо было себе побольше заказать. Посмотрим, как они будут носки. Хочу сказать, что у меня есть обычные ABC, Cindy, Top и база. Сзади тоже написано, что Professional, но они не каучуковые и отлично себя в носке они показали. Больше 2,5 недель я ходила. Отлично. Так что я думаю, что эти каучуковые меня не подведут. Тем более, девчонки уже тестировали, отзывы я читала. Хорошо себя показывает носки. Консистенция действительно каучук. Так. Баночки пластмассовые. Наполняемость полная по 14 мл. Есть у продавца и по 30. Так, следующая у нас посылочка. Пришли мне вот такие гель-лаки MDS Kyle. Сейчас я возьму ромашку и мы сделаем выкраску. Так. 87 цвет, 10 мл, баночки пластик, отличные гель-лаки, мне понравились они в работе. Так, это синий, какой красивый. Баночка полная. Так, сейчас мы накрасим на ромашку. Ух ты, красота. Очень красивый. Класс. Так, ссылочки я вам оставлю. Еще раз повторюсь. 87 цвет. Ну, доставка долгая. Хочу сказать, что на эти гель-лаки доставка долгая. Цена небольшая. Качество радует. Отлично носится. Цвет под номером 68. Так, использовала я их с топи базой от Портпретти. Ух ты, какой красивый. Золото. Что-то напоминает мне гель-лаки Билен. Из такой серии с блесточками как раз у меня на ноготках. Обзор я на эти гель-лаки делала. Это у меня розовый и серебро. Вот этот цвет что-то напоминает. Очень красивый, 68. Красота. Вообще класс-класс. Даже в тандеме они суперски смотрятся. Также мне эти гель-лаки понравились. Что у меня сейчас на ноготочку? Это Белен. И я заказывала, распаковочку я делала. Ой, извините, не Билен, H&M. Сейчас я вам покажу. Вот такие гели.
банки. Угу. Машина что-то мне их напоминает. Такие с блесточками. Кстати, это серебро. Давайте я вам выкрашу. Выкраску на эти гель-лаки я делала. Можете на канале посмотреть. Красиво. Я себе от этих H&M золотой не заказывала, так как заказала от MTS Kyle. Очень красиво. Ссылочки я вам на эти также оставлю. Давайте дальше посмотрим. Что у нас тут пришло? Так. Тут мне пришла пластина для стемпинга. Так, сейчас я подготовлю рабочее место. Будем с вами делать стемпинг. Итак, взяла я вот такую обычную краску для стемпинга. Так. Буду делать вот таким обычным штампиком. Убирать буду все об скотч. Вот так. Все отлично убирается лишнее. Вместо скребка буду использовать обычную карточку. Так, на салфеточку. Угу. Вот как-то так. Сейчас я открою пластину. Так. Буду использовать обычную жидкость для снятия лака. Так. Протрем сначала. Ее как следует. Сейчас я вам покажу, какие узоры тут. Вот такие цветочки, бабочки. Вот такие красивые узоры. Давайте сделаем вот этот. Так. Штампик почистили. Посмотрим, как работает эта пластина. Печатаю сразу на ноготок. Так. Вот так. Нормально, очень тонкие линии отпечатывает. Давайте еще раз. Берем излишки об скотч. Так. Угу. Так, попробуем. Давайте вот такую. Красивая пластина. Давайте еще. Угу. Вот этот. Точечки. Много лака взяла. Давайте еще что-то попробуем. Угу. Так. Красивый цветочек. Угу. Все красиво перепелась. Ну, из-за блесточков
самого рисунка не очень видно, но мне нравится, что тонкие линии отлично перебиваются. Пластина хорошая, могу сказать. Нравится мне. Все, давайте я это уберу. Пластина не понравилась. Давайте я вам говорила, что будем делать вот такие блесточки на типсе. Так, буду я это делать при помощи вот такого пушера. И буду использовать гель-лак вот такой черный от Hello. Еще просушу 5 секунд в лампе и покрою топом. Такой эффект получился. Класс просто. Вот так. Всем спасибо, кто досмотрел мои видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.